я вижу приятное общество. Прошу, усаживайтесь поудобнее, не стесняйтесь. Вот так, очень хорошо. Ну что ж, позвольте представиться. Капитан дальнего плавания Христофор Бонифатьевич Врунгель. Потомственный моряк. А судьба моряка полна не только романтики, но и неожиданностей, превратностей. И с полным правом скажу, чудес. Известно в мире нашем есть чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом плывет скользя, а рыба утопает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, не сохранит вода следы ни при какой погоде. Моряк бывалый из воды всегда сухим выходит. Внутри кита, где жить нельзя, упрямец выживает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, ведь от чудес никто из нас нигде не застрахован. Я сам не раз на суше пас телят морской коровы, косяк русалок видел я, экватор проплывая, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Есть в мире много разных стран, где якоря бросал я. Друзья, я Врунгель, капитан, и этим все сказал я. Мне в правде отказать нельзя, и это каждый знает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Итак, сегодня я расскажу вам необычайно удивительную и, разумеется, совершенно правдивую историю о кругосветной парусной регате, в которой мне довелось участвовать. Началась эта история в далекой заморской стране. Прошу внимания, джентльмены, решением Королевского яхт-клуба объявляется международная кругосветная регата для одномачтовых яхт. Для участия в регате приглашены лучшие капитаны мира. Старт состоится через неделю. Капитанам разосланы приглашения. Вот так все и началось. В те времена я уже давно не помышлял о путешествиях и преподавал навигацию в мореходном училище. И вот в тот момент, когда я принимал переэкзаменовку у курсанта по прозвищу Лом, кто-то звонит в дверь. Лом, будьте добры, откройте. Интересно, кто бы это мог быть? Христофор Бонифатьевич, вам международная телеграмма? Читайте. Прославленному капитану Врунгелю. Прославленному? Что ж, это мне. Прославленному капитану Врунгелю. Королевский яхт-клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате.
кругосветные регатии. Интересно. Послушайте, Лом. Слушаю, Христофор Бонифатич. Хотите изучить навигацию на отлично? Конечно, хочу. Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Есть быть вашим помощником. Немедленно отправьте ответную телеграмму. Капитан Врунгель согласен. И сразу же приступайте к постройке яхты. Есть отправить телеграмму и приступить к постройке яхты. Эх, и улыбнулась же мне фортуна. Я, Лом, пойду в кругосветку. Эх! У меня натура шире плеч. Дух мой по морям давно уж рыщет. Мне б скорей на курс желанный лететь. Я б чудес наворотил с полтыщи. Ла-ла-ла-ла. Лубаки, клады, острова, паруса, буршприты, флибустьеры. Знаю все заветные слова, все морские лучшие манеры. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Вал девятый, колыбель, брызги волн, предутренние росы, суша для меня сплошная мель, ну а мель погибель для матроса. Все, Христофор Бонифатич, яхта готова. Отлично, Лом. Вы великолепно справились со своей задачей. Вы меня радуете, Лом. Что это, Христофор Бонифатич? А, это нас пришли проводить мои многочисленные друзья. Нужно что-то сказать им на прощание. Друзья, нашей яхте предстоит кругосветное плавание. Мы сделаем все возможное, чтобы главный приз регаты стоял в нашем морском музее. Недаром мы дали нашей яхте гордое имя «Победа». Поднять паруса, отдать носовой, отдать кормовые, полный вперед! В чем дело? Почему мы стоим? Почему яхта вросла в берег? Старший помощник Лом, вы какой лес поставили на борта? Самый лучший, Христофор Бонифатич, только что спиленный! Ух, салага, сказано молодо-зелено, только что спиленный. Вот яхта и пустила корни в берег. Лом! Слушаю, Христофор Бонифатич. Очистить левый борт от зеленых насаждений. Эй, на буксире! Есть на буксире! Есть на буксире! Поднять пары. Полный вперед. Ура! Мы поплыли! В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человек,
нужно имя позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Пусть юнцы еще матросы, шхуна хлипкая на вид, назовете альбатросом, и она уже летит. А корытом назовете, не уйдете от беды. Эта шхуна и в болоте нахлебается воды. Эта шхуна и в болоте нахлебается воды. Поняли? А ну повторите. Под синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, нужно имя позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы шхуну назовете, так она и поплывет. Как вы шхуну назовете, так она и поплывет. Вот так. Теперь, Лом, я надеюсь, вы понимаете, что значит для корабля его название. Нас неминуемо ждет успех. Послушайте, Лом, почему вы улыбаетесь? А вы посмотрите на борт, Христофор Бонифатич. Что такое? Не может быть, невероятно! Откуда у нас название «Беда»? Наверное, мы потеряли две первые буквы во время старта, и наша победа стала бедой. Какой скандал! Неповторимый скандал плыть на корабле с названием «Беда». Христофор Бонифатич, может, вернемся? Настоящие моряки, Лом, из-за каких-то там двух букв курс не меняют. Итак, Лом, слушать мою команду. Право руля. Держать курс в открытое море. Есть! Держать курс в открытое море. Пусть мутят нам воду черти, но у нас свои ходы. Для беды беда, поверьте, это только полбеды. Для беды беда, поверьте, это только полбеды. Вот так. А в это время произошло еще одно знаменательное событие, без которого наша история не была бы историей. Шеф, это вы? Это я, Фукс. Я вас слушаю. Все в порядке. Венера у меня. Прекрасно, Фукс. Ждите дальнейших инструкций. Слушаю, шеф. Есть в мире темный мир, злодейский темный мир, и я его начало. Я грозный шеф-бродяг. Он грозный шеф-бродяг. Их у меня немало. Вперед же, смельчаки! Вперед же, смельчаки! Вперед, родные детки! Вперед, вперед! Дельцы и игроки! Дельцы и игроки! Мои марионетки! Не для меня закон, не для него закон, не для меня преграды, не для него преграды, и даже палец мой, палец, палец, стреляй, если надо. Мне служат смельчаки. Я пальцем шевелю.
больших событий. И жди больших событий, и жди больших событий, и жди больших событий, и жди больших событий. Жди больших событий, и жди больших событий, и жди больших событий. Довольно вокала, принимайтесь за дело. Внимание, внимание, передаем срочное радиосообщение. Ограбление века. Похищено бесценное сокровище, национальное богатство. Из Королевского музея украдена знаменитая статуя Венеры. Это самая грандиозная кража за последние 20 лет. Для поимки преступников приняты экстренные меры. Все границы перекрыты, трансконтинентальные рейсы отменены. Наша полиция мобилизовала свои лучшие силы. Ограбление века. Ограбление века. Ограбление века. Я слушаю вас. Шеф, это вы? Это я, Фукс. Шеф, я в панике. По-моему, за мной следят. Что делать с товаром? Может, вернуть его обратно? Прекратите панику, Фукс, и слушайте меня внимательно. Я слушаю, шеф. Завтра старт парусной регаты. Будьте с товаром в порту и проберитесь на яхту «Черная каракатица». А как, шеф? Капитан в деле. Сдайте ему товар и убирайтесь. Понятно? Да, шеф, я все понял. Я картежник, Фукс, мрак в моей душе. Я всегда голодный и небритый, ведь все на свете козыри получит шеф. Ну а моя повсюду карта бита, ведь все на свете козыри получит шеф. Ну а моя повсюду карта бита. Рассказать не хватит слов. Я попал на удочку и теперь плясать готов под чужую дудочку. И теперь плясать готов под чужую. А пока происходили эти удивительные события, мы с Ломом благополучно прибыли в порт. И вот, наконец, наступило стартовое утро. Боюсь, что не хватит слов описать красоту этого начала. На волнах, величественно покачиваясь, красовали стройные яхты с романтическими названиями.
ласточка, стрела, чайка, черная каракатица. Пестрая толпа любителей этого великолепного спорта расцветила весь берег. На яхтах вдохновенно трудились их экипажи, но вот появились члены яхт-клуба во главе со спикером. Уважаемые леди и джентльмены! Сочту я за честь, пред вами за честь, торжественно эту бумагу, которой прославлена каждой строкой седая морская отвага. Известна морскими делами в веках, традиция наша богата. А сим протоколом объявлена нам большая морская регата. Большая морская регата. Большая регата, большая регата, сегодня не слыхано ставки богаты. Ставлю на ласточку, вихрем прокатится. О, ставлю на черную каракатицу. Ставлю в захват лимузин свой и дом. Ставлю свой фраг и жилетку притом. Ставлю на муху, стрелу и ракету. Ставлю немедленно ту и на эту. Наша возьмет, наша возьмет. Отважных не счесть, согласие есть, откликнулись многие страны. В порту поднимают уже паруса известные всем капитаны. Пройдет по морям кругосветный маршрут, все будут герои по праву. Кто ж первый придет, заслужит почет, но прежде всемирную славу. Но прежде всемирную славу. Большая регата, большая регата, сегодня не слыхано ставки богаты. Ставлю на боцмана Билли Мордастова. Ставлю 100 фунтов на герцога Астана. Ставлю поместье весь банковский вклад. Эх, ставлю кобылу к дядую в заклад. Ставлю чернила, перо и тетрадку. Эх, ставлю все вместе, на все по порядку. Наша возьмет, нет, наша возьмет. Пари, пари, кто разобьет. Итак, леди и джентльмены, объявляется старт регаты для одномачтовых яхт вокруг земного шара. Яхты готовы? Внимание! Господа, господа, к сожалению, мы вынуждены снять с регаты яхту «Беда», так как по условиям соревнований экипаж каждой яхты должен состоять из 3 человек. Снять «Беду»? А на «Беде» только 2. Я очень сожалею, господа. Я, естественно, забеспокоился. Лом! Лом! Я здесь, Христофор Бонифатич. Срочно найдите 3-го члена экипажа. Есть! Срочно найти 3-го члена экипажа. Лом бросился на берег и скоро привел с собой матроса. Я смотрю, на вид парень ничего. Не очень молодой, но и не очень старый. Ростом, правда, маловат, но по глазам видно шустрый. И в руках у него контрабас. Вот и хорошо, думаю. Значит, человек веселый, с музыкой. Знакомьтесь, капитан, это Фукс. Знает 4 языка. Отлично, Лом, вы меня радуете. А вас, Фукс, я зачисляю матросом на нашу яхту. Да, но я... Не стоит благодарности, Фукс. Займите свое место и приготовьтесь к старту. Итак, господа, инцидент исчерпан. Все яхты в порядке. Внимание! Приготовиться... Вперед, друзья! Полубаки, клады, острова, паруса, бушприты, флибустьеры. Знаем все заветные слова. Все морские лучшие манеры.
Да-да-да-да. Ла-ла-ла-дан-да. Что нам вал девятый? Колыбель. Да, колыбель. Брызги волн придут, утренние росы. Помним мы, что суша — это мель, сплошная мель. Ну а мель — погибель для матроса. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Да 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 да. Передаем экстренное сообщение о регате. Сейчас идет острейшая борьба между яхтами-лидерами регаты. Черной каракатицей и бедой. В последний момент черная каракатица вырвалась вперед. Но яхта-беда медленно нагоняет соперниц. Вот они сравнялись. Беда обходит на пол корпуса на корпус и захватывает лидерство в гонках. Остальные участники регаты безнадежно отстали. Да, все это было именно так. Мы успешно обогнали регату и приближались к экватору. А экватор, как вам известно, линия воображаемая, но вполне определенная. Переход ее с давних пор сопровождается небольшим самодеятельным спектаклем на корабле. Якобы морской бог Нептун является на судно и купает моряков, впервые посетивших его владения. Я не мог обойти морской закон. Пока Лом и Фукс трудились на палубе, я, заперся в каюте, сделал из швабры бороду, соорудил трезубец, корону, а сзади прицепил хвост, какой бывает у русалок. И когда беда пересекла экватор, я в полном облачении явился на палубу. Конечно, Лом и Фукс были потрясены. Что с вами, Христофор Бонифати? Слушайте все! Я Нептун, морское чудо, мне подвластны все суда. Рапортуйте мне, откуда и куда плывет беда. Кто вы есть, без проволочки, отвечайте без стыда. И достойны ли в эту бочку окунуться, господа? Кто ж пройдет мое крещение, окунется с головой. В мир чудес без промедления попадет послед за мной. А ну смелее, ребята, волны вперед! Я все понял. У капитана солнечный удар. А ну-ка, Фукс, освежим его. Освежим. Что вы делаете? Вы что? Зачем же вы меня-то макаете в бочку? Отставить макать капитана! Есть! Отставить макать капитана! Лом, вы меня не радуете. Отвечайте, кто впервые пересекает экватор, я или вы? Мы, капитан. Вот вы и должны были купаться в этой бочке. Регата регатой, а морские традиции нарушать нельзя. Смотрите, смотрите, они же нас обогнали! Все по местам, полный вперед! Вызываю жулико-бандито и делеворо-гангстерито. Мы здесь, шеф! Вы нас приглашали? Да. Этот болван Фукс все напутал. Вместо черной каракатицы он попал на беду. Догоните эту яхту. Заберите товар
и переправьте его на каракатицу. Можете взять мой вертолет. Действуйте. Ma come possiamo farlo? Ma che cavoli, come possiamo farlo? Tu te lo prendi 1500 bombe. Ma perché devo farlo sempre io? E perché io me lo prendo la scatola? Не понял. Не беспокойтесь, сэр. Все будет сделано. Бандито, гангстерито, мы кассето, пистолето, ой, ес. Мы стрелянто, убиванто, украданто, тойетто, ой, ес. Банко тресто, президенто, ограбранто, ун моменто, ой, ес. Бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. Мы фиато, разъезжато, целый день кабриолето. Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто пьяно. Ой, ес! Держим банк! Мы пирато, гастролёро, мы сеньоро де лаворо, оу, ес! И гражданто, убиганто, врассыпанто, престо скоро, оу, ес! Мамано, цап молето и стрелято пистолето, бах-бах. У мамано, цап молето и стрелято пистолето. Ол, ес. Эй, Делеворо, ты что-нибудь видишь? Вижу, вижу объект. Бросай веревочную лестницу, спустишься, выхватишь контрабас и сразу наверх. Все ясно, я пошел. Итак, мы безнадежно отстали, и все из-за вас, старший помощник. Христофор Бонифа. Не оправдывайте слом, лучше придумайте, как нам догнать орегат. Смотрите, Христофор Бонифатич, вертолет. Наверное, это корреспонденты, Лом. Сейчас они спросят вас, почему мы позади. Интересно. Интересно, Лом, что вы им ответите? Христофор Бонифатич. Там какой-то человек. Смотрите, они снижаются. С вами невозможно говорить, Лом. Фукс, друг мой, возьмите-ка свой контрабас, сыграйте нам что-нибудь веселенькое. Да, но... Никаких «но», играйте. Пусть корреспонденты увидят, что нам весело. Это не корреспонденты, это гангстеры. Bye.
Внезапно произошло невероятное, свалившееся буквально с неба. Гангстер схватил контрабас. Вертолет взревел и взмыл вверх. Растерявшийся Фукс не выпустил контрабас и взлетел вместе с ним. Лом не растерялся, схватил Фукса за ноги и тоже взмыл вверх. Я, естественно, тоже не растерялся и схватил одной рукой Лома, а второй – мачту. И мы с вертолетной скоростью помчались вперед. Так держать! Есть так держать! Внимание, внимание! Передаем очередное сообщение о кругосветной регате. В настоящий момент гонку возглавляет яхта «Черная каракатица» во главе со своим славным капитаном Арчибальдом Дэнди. Он, как всегда, спокоен и невозмутим. Но что это? Вдали показалась точка, которая стремительно приближается к регате. О, да это же беда! Она обходит одну, вторую, третью яхты. Она приближается к черной каракатице. Вот она обходит ее. Капитан Дэнди в панике. Капитан Врунгель с помощью вертолета вновь становится лидером гонки. Браво! Браво, капитан Врунгель! Но дело было не так просто, как думали комментаторы. В небе над бедой шла жестокая борьба. Фукс, отпусти ящик. Не могу. А я говорю, отпусти. Я боюсь, очень высоко. Я последний раз говорю, отпусти. Не отпущу. Ну тогда я отпущу. Не надо. Мама! Что с вами случилось, Фукс? Меня уронили. Очень жаль, но ничего не поделаешь. Продолжим плавание. Фукс, отложите свой контрабас, становитесь на руль, а мы с Ломом продолжим наши занятия. Христофор Бонифай. Регата регатой, а учеба учебой. Итак, тема сегодняшнего урока – сигналы бедствия. СОС. Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос. Это точно, капитан, можно отвечать. Я науку СОС выучил на пять. Ну а сами вы с торпом шли хоть раз ко дну, шли хоть раз ко дну, шли хоть раз ко дну. Я в науках 10 лет, я в науках 10 лет плавал и тонул. Спасали вас, друзья? Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал. Что я слышу, стыд и срам, вам с торпом разнос, вам экзамен не зачтен. Погибаю, СОС! В море надо самому знать предмет на пять, знать предмет на пять, знать предмет на пять. Тут шпаргалкою со дна, тут шпаргалкою со дна друга не поднять. И запомните, с торпом, с морем не шутить. Ваш урок, мой капитан, жизни не забыть. Врунгель на ветер слова сеять не привык.
есть достоин будет послом ваш ученик. Врунгель на ветер слова сеять не привык, сеять не привык, сеять не привык. Есть достоин будет вас, есть достоин будет вас, о, ваш ученик. Врунгель на ветер слова сеять не привык, сеять не привык, сеять не привык. Есть достоин будет вас, есть достоин будет вас, о, ваш ученик. Говорит шеф. Слушай! Что у вас там происходит? Докладывайте, где товар? Шеф, шеф, все пропало. Товар уже был у нас, но этот болван Фукс не отдал его. Прекратите панику. Следуйте за товаром. Приказываю применить вариант X. Будет исполнено, шеф! Possiamo farlo questa volta. E che cavoli, come mai possiamo farla questa volta? Tu ti prendi 1500 sassi e salti in acqua. Io? Ma io non so nemmeno nuotare. Appunto, devi annegarti mentre io preparo tutta l'isola. Capito? E capito. Значит, ты, жулико, прыгаешь в воду и тонешь. А я все готовлю на острове. Ясно? Ясно. Я пошел. О, я тону! Спасите меня, жестокие люди! Я сейчас пойду ко дну! А Санта-Лючия... Что это? Что там случилось? Христофор Бонифатич, человек за бортом! Слушать мою команду! Поворот, оверштаг! Вот, спасательные средства за борт! Бросайте сюда! Сюда бросайте! Ну же! Тяните! Тяните! Лом, тяните! Раз, два! Взяли! Ой! Здравствуйте, разрешите представиться, Джулико Бандито. Добро пожаловать. Но разрешите узнать, как вы оказались посредине моря? А, гулял по берегу, налетел ветер, и меня сдуло в море. Капитан, пожалуйста, высадите меня вон на том острове. С удовольствием. Потерпевшим бедствие мы всегда рады оказать помощь. Лом, поворачивайте к острову. Сейчас, уважаемый потерпевший бедствие, мы доставим вас на место в целости и сохранности. Лом, направляйте беду прямо в гавань. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, как много народу нас встречает. О, это мои родственники! Эй, ребята! Поприветствуем нашего славного капитана. Внимание! Передаем экстренное сообщение. При неизвестных обстоятельствах исчезла яхта «Беда» со всем экипажем. Регату опять возглавляет яхта «Черная каракатица». Ставки на нее поднялись. Алло, алло, шеф? Я слушаю вас. Все в порядке. Товар у нас в руках. Прекрасно. А теперь уберите лишних свидетелей. Шеф, а что делать с Фуксом? Убрать вместе со всеми. Он слишком много знает. Будет исполнено, шеф. Кастета. По кварталу бродит сон, а в музее три эстета добывают миллион. Тают деньги в кошельке, тают, как туманы. А на нашем языке деньги значит маны. Гуманный и нежный. Манны, 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 люди, а карманы. А карманам, как известно, кстати, денежки
дрожат, страхом рвут Аполлоны и Венеры сами в руки к нам идут. Знаем дело, в корень зрим, мелочь не воруем. Мы искусства не творим, мы его творуем. Маны, 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 мы не просим каши манной. Мы достаточно гуманны и нежны. Маны, 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 мы не люди, а карманы. А карманам, как известно, денежки нужны. Мы достаточно гуманны и нежны. Маны, 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 мы не люди, а карманы. А карманам, как известно, а карманам, как известно, денежки, 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 денежки. А карманам, как известно, денежки нужны. Да, друзья, положение у нас было безвыходное. Гангстеры посадили нас в каменную башню с железной дверью, на которую повесили огромный замок. Христофор Бонифатич, а ведь такой замок нам не открыть. Ну надо же в такой момент оказаться на мели. Попались мы, ох, попались! Кстати, о мелях. Воспользуемся естественной паузой и продолжим урок. Урок? Сейчас? Ну, Христофор Бонифатич! Итак, тема лекции – приливы и отливы. Как маятник ходит туда и сюда, так в море приходит, уходит вода, уходит вода. Задача матроса находчивым быть, законы морские на пять изучить, и споры стихии умом покорив, 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 использовать с толком прилив и отлив, использовать с толком прилив и отлив. Поразительно, сколько я все же знаю. Вот так-то, Лом. Гангстеры гангстерами, а учеба учебой. Фукс, любезнейший, а теперь сыграйте нам для настроения на вашем контрабасе что-нибудь веселенькое. Я не могу, веселенько. Ведь это не контрабас. А что это? Смотрите. Христофор Бонифатич. Глядите. Позвольте, Фукс. Но ведь это статуя Венеры. Всемирно известная статуя Венеры. Ох, Христофор Бонифатич. Я должен вам открыть одну страшную тайну. Это я во всем виноват. Что вы такое говорите, Фукс? Христофор Бонифатич, это я по заданию шефа гангстеров похитил в Королевском музее скульптуру Венеры. Но вместо черной каракатицы я попал на вашу беду. Что ж ты сразу не сказал? Поэтому за нами охотились. Поэтому мы сидим в этой башне. Простите меня, Христофор Бонифатич. Ух, знал бы я раньше. Руки на затылок. Не переговариваться. Вперед, не оборачиваясь.
и поставили нас, попросту говоря, к стенке. Стало быть, прощай, море, прощай, жизнь. Ваше последнее желание. Попались, голубчики. Последнее желание? Отлично. У меня душа из пяток снова вернулась на место. Лом, посмотрите-ка на небо. Что вы там видите? Холодные тучи собираются. А что это значит, Фукс? Кажется, дождик собирается. Что и требовалось доказать. Что вы там шепчетесь? Так есть последнее желание или нет? А есть желание. Хорошо бы нам в баньке попариться. Желаем баню. Баньку. Баньку? Да, именно баньку. Затащили гангстера огромный бак, налили воды, развели огонь. Эх, хороша ты, русская банька! Баня русская всегда славилась на флоте. На горячий, на полог лезешь, как на клотик. Из похода воротясь парятся недаром. И недаром говорят: дядя, с легким паром. Спасибо, милок. Пар-пар-пар-пар-пар, костей не ломит. Пар-пар-пар-пар, сладко тянет дреме. Отдохнешь часок-другой, выходи на смену. После баньки моряку море по колено. Пар-пар-пар-пар-пар, костей не ломит. Пар-пар-пар-пар, сладко тянет дреме. Отдохнешь часок-другой, выходи на смену. После баньки моряку море по колено. Эх, я какой! Эх! Ой! А что ты как? Поддай, милок, поддай! Есть! Еще немного! Шайка, парочка мочал, такелаж из снасти, ходит веник по спине, накаляет страсти. Если ж баньки ко всему есть еще водица, жизнью райскою вполне можно насладиться. Ну о чем разговор? Он спрашивает. Пар-пар-пар-пар-пар, костей не ломит. Пар-пар-пар-пар, сладко тянет дреме. Отдохнешь часок-другой, выходи на смену. После баньки моряку море по колено. Пар-пар-пар-пар-пар, костей не ломит. Пар-пар-пар-пар, сладко тянет дреме. Отдохнешь часок-другой, выходи на смену. После баньки моряку море по колено. Хороша банька. Мы, значит, паримся, а гангстеры, знай, дровишки подкладывают. Дым столбом, жар идет кверху, гудит, как в трубе. Христофор Бонифатич, скала под нами от баньки сильно раскалилась. Отлично, Лом, вы меня радуете. Христофор Бонифатич, дождь пошел. Прекрасно, друзья. А теперь приготовились. Раз, два, три. Христофор Бонифатич, очнитесь. Где я? Ах, это вы, Фукс. Рад вас видеть. Кстати, а где гангстер? Нету их, Христофор Бонифатич. Так. И башни нет, и острова не выдержали горячие камни холодного дождя. Развалились. Конечно. Открыли кратер вулкана, и нас выбросило в море. Как хорошо вы все придумали, Христофор Бонифатич. А я, как в море оказался,
Сразу на ящик из-под контрабаса забрался. Да. Вас вытащил. Благодарю вас, Фукс. Но а почему вы вновь грустны? Из-за лома. Из-за лома? Не понимаю. А, кстати, где же он-то? Сгинул наш лом, Христофор Бонифатич. Что вы говорите, Фукс? Не такой лом человек, чтобы пропасть. Найдется. Кстати, посмотрите, куда нас несет течение. К земле. Христофор Бонифатич, вон полоска виднеется. Похоже, это Гавайи. Ну, конечно, Гавайи. Контрабас помчался к берегу. Большая волна понесла нас к пляжу, и мы, как на салазках, выкатились на прибрежный песок. Там нас, естественно, ожидала огромная толпа. Кто это? Христофор Панифатич. Не удивляйтесь, Фукс, а капитане Врунгеля знают повсюду. Наверное, это мои почитатели. Господа, внимание! Дирекции пляжа Уайкики, чтобы доставить удовольствие нашей публике, пригласила этих коренных гавайцев выступить с национальными песнями. Добро пожаловать на сцену, дорогие гости! Простите, уважаемый, как бы этого сказать, но мы не совсем гавайцы. Да, не совсем. Да, вернее, совсем не гавайцы. Да, совсем не. Ничего не поделаешь, концерт объявлен. Выхода нет, была не была, попробуем. Христофор Бонифатич, а что же нам делать с Венерой? Может, бросим ее, ведь из-за нее все несчастья. Нет, Фукс, это неблагородно. Мы обязаны вернуть эту ценность в Королевский музей. Господа артисты, зрители ждут. А мы готовы. Прошу тишины. Старинные гавайские песни в исполнении гавайских аборигенов. Прошу! Субтитры
Фукс, давайте, подпевайте. А только чур не сгоряча. А про что же подпевайте? Ох, я ж не знаю оконча. Неважно, Фукс, неважно. Привели нас на Гавайи неотложные дела. Мы гавайские гитары, ох, превратили в балала. От частушки право слова веселее на душе. Вам не нравится? Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший. Эти ложки, Фукс. Полагаете, кормить буду? Да нет, мы играть на них будем. На ложках? Смотрите. С удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда. Будем очень благодарны. Морякам близок привычки на носу или на корме. Все ж хотелось бы услышать бурные аплодисменты. Такого бешеного успеха я еще никогда не видел. Предлагаю контракт. Нет, нет, никаких контрактов. Мы и так чересчур задержались. Жаль. Очень, очень жаль. Вот ваш гонорар. Спасибо, спасибо. Нет, нет, помилуйте, мы это так, без денег. Что вы говорите, Христофор Панифатич, это же деньги. Я впервые честно заработал деньги. Спасибо, спасибо. А сейчас прошу меня простить. Мне нужно сделать для зрителей небольшое, но очень важное объявление. Господа, мне только что поступили новые сведения о кругосветной парусной регате. Она подходит к концу. Гонки по-прежнему возглавляет яхта «Черная каракатица». Только что поступили сведения о яхте «Беда». Она попала в катастрофу и уцелела только благодаря смелости и находчивости старшего помощника капитана некого Лома. Знаменитый капитан Врунгель и матрос Фукс пропали без вести. Если сегодня они не прибудут на яхту, «Беда» будет снята с соревнований. Христофор Бонифатич, слышите? Лом нашелся! Отлично, Фукс! А теперь поспешим в порт! Есть, сэр! Смотрите, Христофор Бонифатич, наша беда! А в трюме кто-то поет! Дух мой поморен давно уж рыщет. Старший помощник Лом! Вы, конечно, предпочитаете петь, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, а? Христофор Бонифатич! Фукс! Ура! Ломик! Лом, доложите обстановку. Есть! Доложить обстановку. В 15.00 регата стартовала на последний этап. Мы отстали на 18 часов. Беда отремонтирована и готова продолжить гонку. Прекрасно! Очаровала! Превосходно! Лом, вы меня радуете. А сейчас всем по местам. Отдать швартовое, подтянуть грот, закрепить фок, переложить направо. Вперед! Внимание, внимание! Итак, кругосветная парусная регата вступила в завершающую фазу. Из 30 яхт только 7 выдержали все трудности этих беспрецедентных гонок и вышли на финишную прямую. Это поистине великолепная семерка. Сейчас впереди идет черная каракатица, лучшая яхта Энландского клуба. Лидировавшая на предпоследнем этапе яхта «Беда» сейчас сильно отстает от шестерки. Судя по тому, как резко упали на нее ставки, в победу «Беды» уже никто не верит. А я
Верю! Экипаж, слушать мою команду. Достать из трюма лимонад. Лимонад? Лимонад? Я сказал четко. Да, уважаемые, нет плохих судов, нет плохих ветров, есть плохие капитаны. Не хвастая, скажу, я капитан хороший. Установить бутылки с лимонадом на корме. Готово, Христофор Бонифатич. Применим ракетный принцип. По моей команде вышибать пробки из бутылок. Есть вышибать пробки из бутылок. Начали! Внимание, внимание! Ситуация на финише резко изменилась. Невероятно! Чудо! Такого не случалось за всю историю гонок. Отставшая на 18 часов яхта «Беда» сейчас не просто догнала лидеров, она обходит их, как будто у нее не паруса, а реактивный двигатель. Она не идет, а летит над волнами. Как остроумно капитан Врунгель использовал силу реактивного движения. В считанные минуты «Беда» стала единственным лидером регаты, далеко оставив позади своих соперниц. До финиша остались считанные мили. Ставки возросли до астрономических размеров. А вот и финиш! Тысячи зрителей приветствуют героический экипаж «Беды». Да, позади труднейшая борьба, но страсти еще не утихли. Браво, браво, капитан Врунгель! Через несколько минут в яхт-клубе состоится торжественное вручение экипажу «Беды» главного приза кругосветной регаты. Итак, леди и джентльмены, экипаж яхты «Беда» одержал впечатляющую победу и награждается главным призом регаты «Золотой ковчег». Победа всегда в любые года приносит отважным отраду. И нынче, друзья, мы в торжественный час вручаем героям награду. Над синим простором, над скорой волной летает наш парус крылатый. Так пусть же история в главы свои прекрасную впишет регату, прекрасную впишет регату. Большая регата, большая регата, вернулись герои, как крылья крылатые. Врунгелю, Врунгелю, слава летучая! Лову, помощнику, самому лучшему! Фуксу, что раньше походов не знал, волком морским он теперь уже стал! Уже навеки исчезнут пираты! Только герои достойны награды! Слава! Краснею, смущен, и я награжден, но я зазнаваться не стану. И искренне здесь всю славу и честь при всех отдаю капитану. Поверьте, друзья, взволнованный я, судьба улыбнулась мне право. С прилива, с волны, с другой стороны пришла ко мне честная слава. Пришла ко мне честная слава. Большая регата, большая регата, вернулись герои, как крылья крылатые. Врунгелю, Врунгелю слава летучая! Лому, помощнику, самому лучшему! Фуксу, что раньше походов не знал! Ай, волком морским он теперь уже стал! Пусть же навеки исчезнут пираты! Только герои достойны награды! Снова в погоду! Экипажу «Беды» приготовиться к вручению приза. Приготовьтесь, друзья. Старший помощник Лом, сделайте торжественное лицо. Рулевой Фукс, приготовьтесь, пойдете первым. Я не пойду, Христофор Бонифатич. Как это не пойдете? Умели побеждать, умеете и призы получать. Я не могу, я боюсь. Лом, вы что-нибудь понимаете? Ничего, Христофор Бонифатович. Фукс, дружище, не бойтесь, ведь гангстеров давно уже нет. Гангстеров нет, да главное, их шеф остался. Христофор Бонифатович, мне страшно. Да где же он, их главный шеф, а? Смотрите,
Вон он! Не может быть. Вот это да! Для вручения главного приза вызываются капитан Врунгель, старший помощник Лом и рулевой Фукс. Прошу! Я не пойду. Фукс, вы меня не радуете, ведь рядом с вами ваши верные друзья Лом и знаменитый капитан Врунгель. А своих друзей мы в беде бросать не привыкли. Итак, Лом, слушайте мою команду. Я иду первым, а вы ведите Фукса за нами. Только не выпускайте. Есть держать крепко и не выпускать, Христофор Бонифатич. Главный экипаж беды. Примите главную награду регаты. Внести золотой ковчег. Минуточку, господа, минуточку. Я обязан сделать официальное сообщение лорду-президенту. Известно ли уважаемому президенту, что во время старта кругосветной регаты на яхте «Беда» была вывезена, похищенная из Королевского музея, знаменитая статуя Венеры? Что вы на это скажете, капитан Врунгель? Да, господа, это было так. Но я также обязан сообщить, что именно благодаря экипажу моей яхты Венера спасена. Но где же она, капитан? Фукс, будьте любезны, откройте ваш контрабас. Прошу. Да, это действительно Венера. Но, может быть, капитан Врунгель укажет нам истинного грабителя? Истинный грабитель находится сейчас перед нами. Кто же это? Это вы, спикер. Я, господа, господа, не верьте им, это ложь, это наглая ложь! Нет, это не ложь, перед нами не спикер, а шеф гангстеров, это он заставил меня украсть Венеру, это он мешал нам участвовать в гонке. Но я не желаю иметь с ним ничего общего. Фукс, наконец-то вы меня порадовали. Мы просим вернуть Венеру туда, где ей положено быть, в Королевский музей. Господин комиссар полиции, прошу вас задержать спикера и вывести его из зала. Спасибо вам, капитан Врунгель. А сейчас вручить славному экипажу золотой ковчег! Куда мы отправимся сейчас? Давайте опять махнем в кругосветку. Сейчас, Лом, мы отправимся домой, где, я надеюсь, вы сдадите мне переэкзаменовку. Но, Христофор Бонифатич! Никаких «но», Лом, вы меня опять не рады. Награды наградами, а учеба учебой. А как же я?
Настоящие друзья не расстаются, Фукс. Слушай мою команду, Фукс, к штурвалу. Есть, к штурвалу. Лом, поднять паруса. Есть, поднять паруса. К родному берегу полный вперед. Есть, полный вперед. Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает. Морским я волком, братцы, стал, поверьте, не от скуки. Я море ставит высший бал, а в врунгельской науке могу быть капитаном я. Меня на флоте знают, кой-кто не верит мне, друзья. Но в жизни все бывает. Кой-кто не верит нам, друзья, но в жизни все бывает. Я старый Фукс, гребнул беды, а жил я тише мыши. И прямо чудом из воды сухим на берег вышел, стал моряком известным я. И снова отплываю, порой не верится, друзья, но все-таки бывает. Порой не верится, друзья, но все-таки бывает. Но ветер странствий не утих, он ждет нас у причала. Большая дружба нас троих морским узлом связала. Но с вами быть уж нам нельзя, финал нас разлучает. Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает. Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает. Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает. Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.